Голубого топлива жители частного сектора района Мачища ждали больше 3 лет. Подводить природный газ в эту часть города начали еще в 2011 году. Построили 2 газораспределительные станции. И на этом все. Генеральный подрядчик обанкротился. В итоге люди остались тем, с чем были – углем и дровами. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как газификацию Бийска взял на личный контроль губернатор края. Сейчас каждый житель Мачища может подключиться к природному топливу. Однако желающих – единицы. И вот туда, видите, все в желтых трубках. Это вот потенциальные счастливчики проживают на этих улицах. У них сегодня есть возможность подключиться к природному газу. Но вот смотрим на улицу и видим, что где есть возможность, значит, там нет завода к домам. То есть, как бы, вот тут уже жители должны активизироваться. Начальник отдела газификации главстроя Алтайского края сегодня лично приехал в Бийск. Он ознакомился с ходом газификации и пообщался с жителями. Сотрудники администрации управления по работе с населением, ТОСы, то есть проводилась встреча, все объяснено, розданы памятки, куда необходимо, какой пакет документов собрать, где что, в какие организации надо обратиться. Сейчас городская администрация ведет активную работу с жителями частного сектора. Специалисты призывают не медлить. Дорогостоящее оборудование специализированные организации предлагают в рассрочку. Также можно оформить кредит. В среднем газовое оборудование окупается через 3 года. В доме Римы Куренковой это утро было непривычным. А сегодня мы царствовали. Встали, тепло. Девочке 3 года. Она босиком побежала. Все хорошо. Головной боли по поводу ежегодных запасов дров и угля у хозяев газифицированных домов больше нет. За погоду теперь отвечает газовое оборудование. Особых знаний, чтобы управляться с ним, не требуется. Знаете, как ждали? Вот этот сосед отказался, не стал делать, а теперь вроде бы захотел. В планах городской администрации до конца этого года от 27-й газораспределительной станции подключить больше 250 домов. Это примерно 1/4 от всей мощности ГРП. Татьяна Сынаренко, Евгений Плохотин, Сергей Доровских. Будни.